первый среди равных тюменец завоевал золото WorldSkills в профессиональном мастерстве в компетенции IT Network Systems Administration. Леонид Шмаков, сотрудник ТЮМГУ, соревновался с соперниками из 28 стран в рамках завершившегося накануне в Абу-Даби 44-го чемпионата профессионального мастерства. Он собрал более 1300 молодых людей из 75 государств. Добавлю, что сборная России заняла первое место в общекомандном зачете. У наших ребят 11 медалей и 21 медальон.